Итак, что же из себя представляет наша система уверенного поведения оратора во время публичного выступления? Система состоит из четырех больших блоков риторических приемов. В первом блоке сосредоточены вербальные приемы, во втором – невербальные. Третий блок охватывает эмоционально-мышечный интеллект оратора. И в четвертом блоке мы собрали дополнительные приемы, без которых современный оратор не будет чувствовать себя уверенно перед аудиторией. В каждом блоке 8 приемов. Нами разработан комплекс специальных упражнений, который позволяет вам в сравнительно короткое время эффективно продвинуться по освоению каждого навыка, приема. Что же здесь нового, спросите вы? Многие школы риторики предлагают примерно то же самое, постепенно двигаясь от простого к сложному. Наша методика в корне отличается от методики традиционных школ. Когда вы смотрите на уверенное поведение Тони Робинса или слушаете выступление Опри Уинфри, in the one time they were together under the trees in Mississippi, and voila. Вам кажется, что поведение их перед аудиторией безупречно, а само выступление блистательно. Мы придерживаемся разносторонне комплексного подхода к изучению ораторского мастерства. На каждом занятии или тренинге мы одновременно оттачиваем и тренируем все 32 приема, что дает потрясающий эффект в освоении мастерства. Мы глубоко убеждены, что нельзя оттачивать отдельно жестикуляцию и словесную импровизацию, структуру убеждающего выступления и энергетику речи. Обучение должно проходить в комплексе и одновременно обхватывать все 4 больших блока. Только так можно достичь легкости и победы. Взгляните на нашу олимпийскую чемпионку Елену Исымбаеву. В чем секрет ее побед? В своих интервью она не раз заявляла, что все ее тренировки комплексные. Она не оттачивает отдельно психологическую фазу подготовки к прыжку, фазу разбега, фазу отталкивания, фазу вылета, перехода планки, отпускания шеста и фазу приземления. И только такая методика приносит ей успех. Мы не делим параметры речи на главные и второстепенные, на изучение по отдельности вербального и невербального воздействия на слушателя. Мы синтезируем в ваших тренировочных выступлениях все навыки одновременно. И в этом огромные плюсы. Вам не нужно окунаться по каждому пункту в море теоретических знаний, которые порой вам никогда не пригодятся. Вы экономите колоссальное количество времени на изучение каждого пункта в отдельности, и тем самым у вас появляется значительное время для практики. И в-третьих, ваш организм, ваша психофизика гораздо лучше запоминает, что, как и когда нужно делать в публичном выступлении, чем изучив все эти «что, как и когда» по отдельности и потом пытаясь соединить это единое целое.